70-е, десятилетие женственности, подарило миру моды, элегантные брючные костюмы, вязаные пуловеры, этнические принты и длину миди. К счастью, все эти элементы встречаются и в наше эстетически сумбурное время. Плиссированная юбка, являясь приметой эпохи 70-х, сегодня может подаваться с джемпером сложной фактуры, а также вписываться в стиль спорт-шик. Блуза с бантом или рюшами не требует дополнительных украшений. Сегодня ей найдется место в сложных комплектах с участием разнообразных фактур. Серые брюки с водолазкой оттенка хаки с точки зрения линий повторяют моду 70-х, а с точки зрения колористики сочетание теплого с холодным вполне соответствует сегодняшнему дню. Какой бы эпатажной ни была современная мода, в ней все равно присутствует настоящая эстетика. Тому пример – увлеченность современных дизайнеров 70-ми. А значит, есть возможность выглядеть во всех смыслах женственно и при этом оставаться актуальной.